Доброе утро. У нас завтрак. Вот такой вот завтрак. Яйца. Тут зажаристая, вернее, пережаристая. Мы вчера в таком ажиотаже быстро жарили, аж пережарили. Такая четверть куриная. Свежий огурчик с этого с огорода уже нарвали сегодня. Сорвали. Не горький он? Че горький? Обрезал, видишь, шкурку. Да? Горький. Ну, капает. Коля, с горчичкой? Конечно. Ну, это аж к мясу. Ты поздоровал? Курочки. Всем привет. Угу. Я здесь. А я здесь. И вон еще у меня кофе остался. Утренний. Так что так, все, пока завтракаем. Дальше будет понятно, что к чему. У нас сегодня солнышко. Ну, смотрите, солнышко. Да, сегодня, кстати, на солнышке очень даже тепло. Я вам скажу. И у нас сегодня 30 градусов. Угу. Тепла. Угу. Так что так. Товарищи, а надо идти на огород. Приятного по-любому. Аппетита, если вы кушаете с нами. Хорошего там дня туда-сюда. Все, ребят, приятного аппетита. Ну что, товарищи, покушали, надо работать, ё-моё. Правда, мы еще посидели, чай попили, потрындели, помечтали. Вот, и на огород. Погодка сегодня хорошая, прямо шепчет, ё-моё. Так и говорит, работай, работай. Птица вон оделась, как я не знаю кто, да, как на Северный полюс. Вон, посмотрите, капец. Вот, короче, вчера, как видите, мы тут хорошо потрудились. Вон, аж оттуда, короче, вот, и аж до отсюда. Вот, убрались, почистились, как видите, его подсюда. Сейчас, короче, надо еще здесь большой повырывать, прорвать, блин, ветер. Прорвать, короче, да, там эти редиска, чешут, а бурячок там, короче. А вот я, короче, вчера тут немножечко попрорывал свои дыньки. Вот, как видите, да. Вот, короче, освободил их. Что? Орехи у нас пропали. Да, два ореха пропало, ребята, те, что, короче, там в углу. И в том углу, короче, два те орешка, они засохли. Непонятно, их росли, да? То ли их забило, короче, этот самый... То ли их забил бурьян, потому что я пошел к тому и вообще не сначала его не нашел, блин, а потом понял, что там, где большая такая, короче, куча бурьяна, там орех. Возможно, из-за засухи, да. То есть, короче, все. А здесь, короче, тоже надо, блин, сейчас эти, как их, короче, кавуны надо потравить. Почему? Потому что тут у них тля завелась. Смотрите, что делают с листьями паразиты, блин, а. Видите, покрутило, блин. Ё-моё, надо спасать срочно. Брызгать тли, эти огурцы, говорю, блин. Короче, пару кустов здесь. Вот этот куст надо. Короче. Если брызгать, то надо их все брызгать. Ну, короче, все можно побрызгать, да. Какая, блин, что за сразу. Вот, и надо еще побрызгать вот эти. Тоже тля начала заедать. Кабачки. Кабачки, если смотрите. Вот, они собаки, вон, видите? Обсели прямо, цветочки сжирают, блин, сволочи. То есть тля. Тля. Вот, смотрите, сейчас покажу вам. Ее все здесь. Вон, видите? Зелененькие сволочи. Прозрачные, блин. И, короче, их тут. Ну, их тут, короче, хватает. Видите, что творится. Вот, листья желтеют. Думаешь, ой, желтеет, что он желтеет. А потому что тля жирает все, собака. Сейчас соберем тут урожай, он уже, видите, даже появился урожай. Надо собрать урожай и тоже все забрызгать от ли. Так что так, вот такие планы на сегодня. Вот, становимся зайкой, сейчас будем хренячить. Надо помочь ей по огороду, бо, блин, одна будет уже долго справляться. И что-то может быть, опять дожди будут, короче. Короче, как обычно, блин, надо сейчас бегом фигарить.
Короче, ребята, сколько можно пахать? Надо пойти срочно перекусить что-нибудь. А то это ни к чему хорошему не приведет. Оп! Всем привет, привет! О, светло! О, как светло! Быстро кушаем! Аккуратно ствол. Я в таком виде, Коль, мог бы мне вообще не снимать. Да? Быстро кушаем. Хорошо, давай будем снимать, что у нас есть. Если не хочешь, чтобы я тебя снимал. У меня уже почти ничего нет. Да, есть, короче, у нас яйца, товарищи. Это яйца. Колбаса. Колбаса, варенка. Да, хлеба. Хлеб такой, хлеб всякой. И намазка. Намазка, кофе с молочком будет. И кофе, да, сейчас молочка закинем в кофе. Так, кушаем, вот так быстро. Вот перекусываем. Да. И быстро-быстро на огород. Хорошая погода, видите, солнышка нету. Угу. То печет, то не печет. Угу. Все. Сейчас будем пить кофе, потом еще раз, наверное. Да? Да. Что-нибудь. Угу. Ребятки, пообедали, перекусили. И дальше в работу, ё-моё. Будем подвязывать огурцы. Будем делать им стресс, да? Да, будем делать им стресс. Что с этого получится, не знаю, но что-то получится. Да сто пудов. Что, взяли этих, короче, блин, опять же этих колышков. Сейчас я буду загонять вот эти колышки в землю. Ну, пешки, короче. О, блин, не видно нифига. О. Вот такие, короче, все, буква П. В землю буду загонять, привязывать веревочку и веревочку кверху. А вон один видно уже, в принципе. И буду сейчас так все подвязывать наверх. Не сильно их дергать. Ну, аккуратно, конечно, понятное дело, потому что они уже хорошо подросли и легли на землю. Ну, короче, что-то с этого получится в любом случае.